Всем привет! Меня зовут Катя Сазонова. Сегодня мой первый день голода, и я иду заселяться в Лангендорф. Я никогда раньше не голодала, но очень давно хотела. И вот, наконец, я решилась и выбрала для этого замковое имение Лангендорф. Когда я зашла сюда, меня больше всего удивила огромная территория. Здесь ощущается многовековая история, атмосфера спокойствия и комфорта, свежий воздух, что очень важно для жителей мегаполисов очутиться в таком красивом месте. Моя причина поголодать, она банальная. Я хочу немного похудеть. Ну, хочется привести себя в форму, в порядок и, соответственно, скинуть 5-7 килограмм. Хочется почистить свой организм, привести в порядок мысли, голову, ощутить прилив сил и бодрости, желание жить, работать. Да, перезапустить пищевое поведение, наконец-то научиться кушать часто и помалу. Сегодня у меня 4-й день на программе и 3-й день голода. За 3 дня голодания я потеряла в общей сложности 3,5 килограмма, что меня очень радует. Вчера у нас была поездка в кардиоцентр. Нас там обследовали, сделали УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидки, ЭКГ. Был прием гинеколога, и уже по возвращении в замок я посетила прессотерапию, электромиостимуляцию, гидромассажную ванну, массаж воротниковой зоны. Медицинский персонал был очень приветлив и внимателен, и все процедуры проходили в комфортной, уютной атмосфере, и я думаю, что результат не заставит себя ждать. На второй день пребывания в замке Лангендорф у нас была очень интересная экскурсия. Мы ездили по достопримечательностям Калининграда. И что больше всего запомнилось и понравилось, это, конечно, органный концерт в одном из соборов Калининграда. Музыка органа помогла мне проникнуться той исторической атмосферой, которая окружает меня последние дни в замковом имении. Сегодня окончание 5-го дня моего голодания, и на этом я хочу остановиться для первого раза. Завтра по специальному меню я буду выходить из голода. За эти 5 дней я скинула 5,5 килограмм. Конечно, иногда накатывает усталость, бывает приступы головокружения, но этот негатив, он не сравнится с тем положительным эффектом, который я получила в целом от курса голодания. Атмосфера замкового имения Лангендорф вместе с колоссальным многолетним опытом спа голода дают действительно потрясающие результаты. Я желаю каждой женщине, девушке прочувствовать то, что ощутила я, проходя эту программу.